Стартовала регистрация на Аструм-Сибайский полумарафон. Масштабный забег пройдет в столице Башкирского Зауралья 21 апреля. Дистанции предусмотрены для всех желающих. 2, 10, 21 километр 100 метров и детский старт на 600 метров. Для каждого участника традиционно все необходимое. Футболки, питание на всех этапах забега, электронная фиксация результатов, памятные медали на финише и сувенирные браслеты. Побегут известные политики, бизнесмены, общественники, спортсмены, актеры театра и кино. Я уже начал тренироваться, так что ждем вас на старте. Мы будем очень рады видеть вас. С вами заслуженный артист России Алексей Огурцов. Приходите, ждем! В прошлом году забег собрал более 1000 человек. Всего серия забегов «Башран», в которую входит Аструм-Сибайский полумарафон, объединит около 13 тысяч любителей бега практически по всем городам Башкортостана. В завершении – уфимский международный марафон, который пройдет в столице республики 1 сентября.